Я хочу вам представить очень талантливого поэта, живущего в Торонто, который в этой аудитории еще не выступал, Александра Мчиславского. Саша человек, одаренный не только в поэзии, хотя в поэзии одарен очень и очень. Он по первой профессии филолог. В России работал художником-реставратором. Потом в Израиле работал художником-ювелиром. Он продолжает это дело, и он исключительно одаренный, необыкновенный художник-ювелир. И все это время он пишет стихи, ну, как все мы поэты, конечно, не все время. Все время было бы очень хорошо, но те стихи, которые он пишет, я считаю просто замечательными. Я очень рада вам его представить, и я понимаю, что вы сами его оцените. Саша, пожалуйста. У меня есть несколько стихов о городе. Они идут как город один, город два, город три. И я надеюсь, что они узнаваемы. Я начну с город один. Над городом, увязнувшим в земле, над всей землей от неба отошедший, кружится вестник, полусумасшедший, и бьется боль в надломленном крыле. Он смог взлететь и понял свой предел, где запах пота борется с озоном, и видно, как в оцепенении сонном уходит город вниз под весом тел, и в одурь, как в зыбучие пески, сползают плазы, театры, караоке, секс-шопы, фитнес-клубы, дрязги, склоки, влечений приземленные истоки, предательства, измены от тоски, кончаются отпущенные сроки, и город погружается в пески. Кричи, душа убогая, кричи, кружи, и плачь над спальными районами, тревожь их сон измученными стонами, в надежде быть услышанной в ночи, зажатой между небом и землей, гортанью приближаешь возмужание, и круг за кругом в долгом послушании зовешь и будешь спящий город мой.